кажется, ну, вообще вот. Ну, мне кажется, что вопрос отставки правительства и замены засидевшейся элиты, как вы сказали, это вопросы едва ли связанные. Поэтому, мне кажется, по крайней мере, нельзя делать один вывод из другого. Ну, скажите, что вы думаете по каждому из них? Ну, вероятность отставки правительства, она, безусловно, есть. Есть различные силы, которые играют на этом поле, но не берусь сказать их исход. А что касается замены региональных элит, ну, лично я пока не видел такого движения.